вот и берег. Берег Черного моря. Можно посмотреть. Сегодня много отдыхающих. Солнечная погода. Вон детки кидают камушки в море. Море волнуется, шумит. Ребятки играют. Это всегда... О, кого-то замочило. Кто-то точно начерпал полные сапоги. Рядом фестивальный Александрийский маяк, набережный. Вот детки любят камушки кидать. Пожалуйста, вон все, буквально все. Это любимое занятие. Как же побывать на море? Если не покупаться, то хотя бы бросить камушки в море. Это такая, может быть, традиция, а может, такое увлечение. Это детям очень запоминается. Они с удовольствием кидают камушки. Мы с вами сегодня еще побываем на удивительной рыбалке, которая здесь в Сочи происходит. Мы сейчас подойдем к самому порту, именно там разрешили сейчас рыбакам сидеть и рыбачить. Вы увидите такое зрелище, которое, наверное, никогда и не видели. Давайте пройдем уже на порт.